больше 100 лет. Вечер добрый, дорогие друзья, постоянные подписчики и гости моего канала YouTube. Снова с вами я, его автор Сергей и ведущий Сергей Смирнов. Сегодня у нас последняя часть марлезонского балета. Мы готовим такие вот вкусное мясо настоящее, на шашлычки. Мы его мариновали. Аромат, сказка, мясо на углях. Это я второй раз в этом году здесь, тут, в Польше, ем мясо. Ребята, ну именно шашлыки. Я раньше их любил готовить. Ну, не готовить, а, скажем так, ну, есть. Вот сейчас, конечно, я помог, как мог. Тут мы привезли кое-что, тут скупились. В общем, ребята, шиським смачного, милого викенду. И чтобы вшиско было пентниш, ветниш, аттракцина. Если вам этот ролик понравился, он у вас слюнки потекли, вы знаете, что нужно делать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не переключайтесь. Далее будет. До забачения. Па-па.